В правом верхнем углу забираем всех наших друзей к себе. Кроме подписки от вас больше ничего не требуется. Вам нужно только быть подписанными на всех тех, на кого подписаны мы. У вас есть еще ровно 12 минут, чтобы выйти подписаться. Через ровно 12 минут начнется игра с денежным бонусом. Что там нету еще? Дили. Нет. Сейчас. Какой-то Абир только есть. Не, не то. Написала ей. Давайте, ребят, 11 минут еще ждем, начинаем игру. Пока выходим, подписываемся. Тут вон пишет, что Да. надо. Увидела уже. Только пришел запрос. Пишет, что не может. А, вот, уже может. А что она куда делась? Я здесь. А, Аня? А, Аня, не знаю. Она что-то зависла. Кто еще, ребят, не подписался, прямо сейчас выходим, подписываемся. Больше от вас ничего не требуется. Осталось 11 минут. Вот, она пишет, прими. Да, Маргоша дарит. Ага, давайте, ребят, 11 минуточек. Кто еще не подписался? Вылетел. А как ты вылетел? Я не знаю, у меня просто эфир залетел. Это потому, что меня подключили. Давайте, ребят. 10 минут еще. 10 минуточек у вас есть. А я вот не вижу ее почему-то, у меня только ты. Да? Ты не слышишь даже? Нет, я тебя слышу, как но мне тебя не видно. А ты попробуй, знаешь что, не выходя с эфира, то есть на крестик не нажимай, просто вот открой, допустим, WhatsApp и обратно Instagram. Так. Получилось? Тебя вижу. Получилось? Ну ладно. Ладно. Аня, ребят, давайте быстрее. У нас скоро будет розыгрыш. Нужно подписаться на всех друзей, чтобы принять участие в нем. Мы тут разыгрываем деньги. Давайте, ребят, 9 минут всего осталось, и мы начинаем. 9 минуточек, и мы разыграем деньги в прямом эфире. Поэтому, кто еще не подписался, выходим и подписываемся. 9 минут, ребята. 100 тысяч рублей. Они, интересно, тоже меня не видят? Или нет, видят, я тебя ребята? Вижу. А я нет, у меня тоже рад. Ну ладно. Ребят, давайте, кто это не подписан, скорее выходим и подписываемся. В правом верхнем углу забираем всех наших друзей к себе. У вас есть еще ровно 9 минуточек, чтобы выйти с прямого эфира, подписаться на всех наших друзей и зайти обратно к нам. Давайте, ребята, кто еще не подписан. 9 минут осталось, и мы начинаем. 9 минуточек, ребята, бегом. Я вас вижу, пишу. Супер. 9 минут, ребят, давайте. 8 уже, 8 минут осталось, и мы начинаем. Я вас всех вижу. Всех, короче, видно. Все. Всем повезло, кроме меня. Давайте, ребят, осталось 8 минут всего. 8 минуточек. Быстрее выходим, подписываемся. Давайте, ребят, ровно 8 минут еще у вас всех тех, кто находится в правом верхнем углу на аккаунте Марго. Давайте скорее выходим, забираем, заходим обратно. 158 человек. Давайте, ребят, ровно 8 минуточек еще. Когда розыгрыш айфонов, айфон мы разыграем через 4 дня на выбор. Если вы айфон не хотите, то можно забрать 100 тысяч рублей. Участвовать может любой человек из любого города, любой страны. Айфон отправляем транспортной компании. Если вы выберете деньги, то переводим на карту. Здесь 100 тысяч. Давайте, ребят, 7 минут всего осталось у вас. Кто еще не успел подписаться, выходите, подписывайтесь. Ребят, это очень быстрый розыгрыш, он всего будет идти 4 дня.
Поэтому выходите, забирайте всех наших друзей к себе скорее. Времени очень-очень мало. Давайте скорее выходим, забираем всех. Через 7 минут разыграем уже... Какой там будет по счету он? Третий? Третий. Третий бонус, да. Давайте скорее, ребят. Ровно 3 минутки еще. Эй, не сходи с ума, пожалуйста. Иди сюда. Давайте, ребята. А какой приз? Сейчас денежный приз, а через 4 дня мы разыграем айфон либо 100 тысяч, кто только присоединился. Давайте, ребята. А вам нужно 100 минут тратить. 6 минут всего. 6 минуточек, ребят, давайте скорее. 6 минут, ребят, осталось. Давайте, кто еще не подписался, выходим. Сегодня мы третий бонус разыгрываем, денежный. Да. 6 минут, ребят, давайте бегом. Через 6 минут разыграем денежку в прямом эфире. 6 минут. Кто хочет забрать деньги, прямо сейчас выходите, подписывайтесь. Давайте, ребята. Да, ребят, нужно подписаться на наших друзей. 158 человек на любом из трех аккаунтов. Везде подписки одинаковые, поэтому заходите на любой и забирайте всех друзей. Как мы сейчас выберем победителя? Через 5 минут мы сделаем конкурс. Я загадаю какое-то слово, предмет какой-то, может быть, это будет город, мы озвучим это через 5 минут, и вы должны будете отгадать, кто отгадает и при этом подписан на всех моих друзей, тот и получит денежку на карту, а через 4 дня мы разыграем 100 тысяч рублей, либо 13. Ровно 5 минут. Давайте. Еще. Скорее. Уже можно петь песню 5 минут. Пять минут у нас есть. Да, я говорю. Мне почему-то другая песня про 5 минут по в голову. Пять минут. А какая? Ну напомню. Моргенштерн. Ой, блин, простите. Давайте, ребят, выходим скорее, подписываемся. 2-4 минуты еще у вас есть. Ровно 4 минуты. Готово, молодец. Кто уже готов, те вообще молодцы просто. Давайте, ребят, быстрее выходим, забираем всех назад, всех наших друзей к себе. Все, у меня тоже уже начинает мозг немножко подэтывать. Да. Давайте, ребят, бегом. 4 минуты осталось. Господи, так как долго идет время, а? 4 минуты. 5, 6, 7. Что-то мне кажется, что это шутка, чтобы подписаться на всех. Но мне кажется, что уже весь мир знает, что такое GIF, как они проходят, и это реально честные конкурсы, где спонсоры платят деньги, блогеры покупают подарки, если в нашем случае это iPhone 13, либо деньги, которые я сегодня, блин, просто воевала в Сбербанке, чтобы мне их выдали, потому что у меня стоит лимит по карте. Сняла 100 тысяч рублей. Сейчас у нас мы разыгрываем не 100 тысяч, а разыгрываем просто денежный промежуточный приз. Выиграть его можете именно вы, и именно через, там, сколько уже, 3 минуты осталось. Что нужно... Это просто зайти в мои подписки, их всего 158 человек. Нажать пальчиком, это ровно минута, и, возможно, именно вы выиграете. Если вы не выиграете, не расстраивайтесь, за это никто деньги не платил. Но у нас еще также, помимо этого, есть еще другие денежные конкурсы, и, возможно, вы главный приз выиграете. Все по-честному, вообще, ну... Ребят, 2 минуты уже... Должно быть 158 подписок. Свои удалять? Нет, ребята, свои вы чего, не удаляйте, вы просто подпишитесь на наших тоже, и все. Когда, ну, это легко проверить, поэтому просто подпишитесь, своих можете не удалять. Не отписывайтесь со своих родных и близких.
Ребята, только пришел, вас больше стало. Нужно подписаться на друзей. Сейчас разыграем здесь деньги. Он рандомом, да, ребят. Все конкурсы рандомом разыграем. Давайте. 2 минуты. Но сейчас-то не рандом. Сейчас просто кто-то так. Сейчас попадает. Да. Это очень легко. 2 минуты, ребята, бегом. Минута осталась, ура! Минута, быстрее выходите, подписывайтесь. Аккаунт должен быть открыт обязательно. Перед конкурсом лучше откройте, перед главным розыгрышем айфона или 100 тысяч рублей, да. Хочу выиграть. Хочешь выигрывать, срочно переходи, еще минута есть, подписывайся на друзей, выходи в эфир. Да. Ребят, давайте ровно. Не подписывайтесь, у вас есть минута, и забудьте всех на... Ты, кстати, когда говоришь, у тебя все заикается. Только у меня так интересно. У меня тоже так. Тоже так. Я еще эхо свое. Ты что-то, наверное, с этим, да, с Wi-Fi? Нет, нормально все. Wi-Fi, нет Wi-Fi. Все норм. Давайте, скоро уже. Давайте 30 секунд. Все, загадывай. Давай. Так. Загадала. Ребята, это что-то, что есть в доме. Ну вот, какое-то неодушевленное. Что-то неодушевленное. Духи. Нет, не духи. Кошелек. Нет, не кошелек. 12 ночи я жду. Классно. Мы тоже ждем. Так, я сейчас буду смотреть. Начинаем. Да, начали уже. Какой приз? Деньги. Шкаф. Нет, не шкаф, ребят. Ваза. Нет, не ваза. Стол. Нет. Нет, ни фен, ни комод, ни подушка. Давайте сократим. Я вам дам небольшую подсказку. Это находится в ванне. В ванной комнате. То есть не здесь, где я сижу, не на кухне, именно в ванне. Кружка. Нет, не кружка, телевизор. Блин, было бы круто, если бы у меня в ванне был телевизор. Надо вот это вообще на заметку взять. Обувь. Украина участвует. Участвуют все, ребята. Нужно просто зайти ко мне в друзья и подписаться на 158 человек. Сейчас разыграем. Еще в течение дня там есть конкурс топов. Я, кстати, смотрю, что вы пишете. Пока что нету правильного ответа. Вот, и через 4 дня мы разыграем iPhone и разыграем 100 тысяч рублей, которые я сегодня сняла. Цветок кровати. Ребята, какая кровать в ванне? Вы что, вообще что ли с ума сошли? В ванной комнате находится. Сушилка, полотенце. Нет, лиана для белья. Нет, не угадали. Но я верю в вас. Верю. Я смотрю, новые люди приходят. Вот какие молодцы, ребята. Просто подписались на 158 человек. И сейчас кому-то денежку отправим. Душ, маска. Нет. Стиральная машина, мочалка. Нет, стиралка. Нет. Нет, стиральная машина. Гель для душа. Ну, блин, вы чего? Ну, нет. Давайте быстрее пишите. Как комментарии там строчите, типа, чтобы выиграть стоп. Так там вообще вот так не успеваешь листать. Зубная щетка, кран. Нет. Ребята, кто только зашел, у вас еще есть возможность выиграть деньги, которые мы прямо сейчас разыгрываем. Я загадала предмет, ваша задача его отгадать и подписаться на всех моих друзей. 158 человек. Потом не отписывайтесь, потому что через 4 дня мы еще раздадим 100 тысяч рублей кому-то одному, либо iPhone 13. Фен, бритва, раковина, швабра, душ. Нет. Ребята, давайте я дам небольшую подсказку. Это поменьше размером, не такое большое. Зеркало, порошок. Чего они не отгадывают? Порошок, гель для душа, кран. Подсказку. Дай подсказку какую-нибудь. С чем связано там? Ну, для связано чего? Вот с тем, чтобы быть красивой.
Значит, это какое-то уходовое средство. Косметика, тапочки, мыло, крем. Туалетная бумага. Красиво. Бумага делает. Нет, ребят. Зубная паста. Вот что-то, кстати, близко. Вот очень близко, но не зубная паста, ребят. Очень близко было. Помада, маска. Блин, даже я не знаю. Паста зубная. Очень близко к зубной пасте, но не зубная паста. Дейзик, нет. Резинка, нет. Блин, я просто мастер загадывать загадки. Я думала, это... Да. Бомбочки. Бомбочки, зубная паста, вообще не... Нить зубная. Очень близко к зубной нитью чем-то для зубов. А полоска... Ребята, ну давай, полоски зубные, Beauty Hair 51. Эта девочка, кстати, хотела выиграть, она писала, очень хочу, я тебе да? Покажу, полоски. Супер, надеюсь, у тебя есть подписки, мы сейчас проверим, полоски зубные. Все, у нас есть победитель, мы сейчас проверим подписку, если все подписки, если все круто, отправим деньги, если нет, будем переигрывать. Поэтому, кстати, то есть... девочка из Мурманска, классно вообще, по региону. Да. Что делаем? Есть. Проверяем подписку. Все, супер. Ребята, у нас на этом не заканчивается. Нет, конечно. Дальше подписываться, следить за прямыми эфирами, участвовать в конкурсе. Сейчас конкурс топов идет. То, что нужно сделать для того, чтобы выиграть в любом из конкурсов, это просто подписаться. Главный приз у нас iPhone и 1000 рублей. Или 100 тысяч да. рублей. Выбрать сами. Да. Вот. Все тогда. Марка, ребят, завтра разыграем вам денежные бонусы. Пока выходите, подписывайтесь, ставьте всем нашим друзьям по одному лайку. Скоро разыграем еще 5000 рублей именно за лайки за ваши. Все. Пойдем. Всем пока. Пока-пока.